Пришло время сразиться с силами зла. Выбирай своего героя и отправляйся в путь. В новом мире вас ждут невероятные сражения и приключения. Вам предстоит выполнить множество квестов, чтобы помочь жителям королевства. Овладейте силой шторма и разрубите оковы зла. Выступайте в поход вместе с друзьями. И будьте первыми среди героев. Ссылка на игру в описании под видео. Сейчас мы рассмотрим довольно важный аспект подготовки на мешках и любого поединка в целом. Это дистанция, перемещение и защитные действия. Ты должен понимать, что мешок — это статичный снаряд. Он просто стоит, чего в бою не бывает. Противник всегда двигается и перемещается. Так что попасть по нему довольно сложно. И для этого нужно чувство дистанции. Просто подойти к мешку и влупить — это дело одно. Так можно выставить силу. Но подойти к противнику, чтобы попасть, дело совсем другое. И здесь нужно чувство дистанции и точность удара. Сейчас я вам покажу наработки, которые можно делать именно для отработки дистанции, защитных действий и перемещения. Все это в основном отрабатывается сериями и комбинациями. Сейчас я буду показывать и параллельно рассказывать, что, как нужно делать. Смотри. Итак, первый вариант — это наработка серии прямой и два боковых жестких на голову. Как мы это делаем? Начинаем с дистанции, да? Первый прямой бросаем на воздух, показываем, что мы не достаем левым прямым, да? Довольно далеко от мешка, 20 сантиметров. Противник расслабленный, да, не ожидает от нас удара. Мы делаем левый джеб на выпаде с левой ногой. И уже красиво, точно достаем. Это движение тебе нужно отработать очень хорошо и молниеносно. Стоишь, показал — нету, и сразу достал. Все четко, быстро — нету, и достал. Дальше, после того, как попал, достал противника левым джебом, сразу делаешь уклон вправо. Подставляешь левое плечо, делаешь уклон вправо от ответного прямого противника. Будет бить он или не будет, это не важно. Твоя задача — пробить джеб и сделать уклон сразу. То есть отвлекать противника. Если он бросает, он промахивается. Если он не бросает удар, он думает, что ты отошел назад, так как он принял удар, да, или ты попал. Он смотрит, уже дальше ударов нету. Он сразу опускает руки для того, чтобы отвечать в ответ. И дальше, после уклона, жестких два боковых сразу, правый, левый. Еще раз прощупали дистанцию, на выпаде достали, уклон, бам-бам, два боковых в голову, все вместе прощупали. Еще раз. Это такая серия как бы разделена на две части. Первая часть — джеб на выпаде с уклоном. Вторая часть — два жестких боковых в голову. Вот отличный вариант для отработки дистанции и защитного действия сразу.